для нас очень большая честь прийти сюда и голосовать уже как граждане Беларуси. Хотим выразить большую благодарность нашему президенту Александру Григорьевичу за то, что приютил нас, всех, ну, всех жителей Беларуси, за то, что приняли нас и помогли, и поддержали в трудную минуту, когда мы сюда приехали. И спасибо. Ну, больше нечего сказать. Большое спасибо за все.